конечно, хуже. Да, конечно, мы сегодня были вместе с уехавшим, где-то около 190 детей, но желающих было еще на 100-150 больше, если мы смогли принять, за счет того, что небольшой зал, мы не ожидали, конечно, но вот один из наших проектов, который я там уже готов включить время. А что, зал побольше не дано? Мы не думали, что будет столько желающих участников, все-таки лето, дети на каникулах. И в тот момент, когда ребенок позвонил, говорит, включите меня в турнир. И плачет, говорит, я приехал с моря, просто в море, включите в турнир. Конечно, включили на турнир. Но все, что смогли, сделали. Вы начнете болеть, подсказывать, нет. Кто приехал из Братской Чеченской Республики? Приехали правительство Чеченской Республики, министр транспорта и связи приехал, после министра Республики Республики. Вот, еще ряд представителей главы Чеченской Республики. А как они относятся к тому, что турнир Кадырова проводится у них в Чечне? Очень нормально относятся, это всероссийский турнир. Вот. Они не только нормально, они гордятся этим. И в общем-то действительно это очень хороший повод наших детей показать культуру наших соседей и наоборот, подружить. Спасибо.